Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с вами продолжаем играть в пятницу 13, выполнять различные задания. Давайте начнем, офлайн задание, и у нас снова покер на раздевании, то есть вы понимаете, что эта серия, возможно, будет плюс 18, но не факт, конечно, потому что в предыдущей миссии у нас там, конечно, немного... было прикрыто, вот. Ну, там трусы были, по крайней мере. А в предыдущей, в вечеринке в Панаке, ну, там пришлось прикрыть жопу. Так что, кто знает, папуас боится, честно скажу. Всем приятного просмотра и аппетита. Желаю, блин, уже даже непривычно. Видите, братишки, усеет, братишка. С каждым разом, знаете, когда снимаю кепку, там прям вот куча волос, вот, обусел, жесть. Просто старею. В общем... Reflection. Ударь Айджи личиком об зеркало. Потом скрип. Stop Bugsy amount of times. В общем, много раз что-то, короче, надо с ним сделать. Как-то ударить. Потом замена плунжера. Плунжер по-английски я знаю. Да, это вантус. В общем, утопить в туалете надо. И spine... Snap Kenny Back. В общем, об холодильник, видимо, фридж. Это вроде холодильник, флеш-рояль и, в общем, три черепа за восьмого. Part 8. Так, ну хорошо, он у меня прямо здесь выбран. Принять. И мы с вами начинаем. Всем еще раз приятного просмотра и аппетита. Желаю, надеюсь, у вас хорошее настроение. У меня вот, например, хорошее настроение, потому что на улице, блин, замечательно вообще, теплушка. Ну, правда, дождь, хренач, только так. Но, блин, без дождика тоже никуда. Честно, я люблю дождик, когда он там поливает, там, чтоб озончиком вот так вот пахло. Ох. Так, немного, ребят. Фу, выпьем. В общем, с учебой тоже надо еще разобраться. Ну, я вечно люблю поныть про учебу. Ну-ка. Ну все, Джейсон вступает, сука, в игру. Так, и мы с вами... Так. Слышим, да, что что-то там происходит? Вот Аджи, вот проститутка гребаная, а? То с одним, то с другим, то... Ай, блин. Что ж такое-то? О, господи, там какие-то звуки. Вы там уже любовь... А, стоп, это не те. Вот. Я уж перепутал, ребятки. Так, вот я вижу, что она стоит у окна. Наш дорогой Басков тоже что-то там делает. Давайте включим режим. Так, и она у нас, смотрите, идет сюда. Вот черт. Так, хорошо. Пришлось включить этот режим, ребята, потому что, видите, она свернула вон куда. И куда-то побежала. Угу. Не забываем, ребята, каждый раз здесь надо один раз быстро пройти, второй раз медленно, чтобы увидеть всякие различные убийства. Но здесь лучше не торопиться, на самом деле. Так, смотрим, куда она там бежит. Она, смотрите, вообще быстро-быстренько так бежит. Куда это она пошла? В туалет или... Так, нет, смотрите, она в другой дом пошла зачем-то. То есть у них тут вообще несколько их. И вот, надо вот сейчас об зеркало. Так. Но там уже зеркало... Самое забавное, что зеркало уже... О, господи, она делает какие-то делишки. Блин, я себя чувствую совсем из-за... Что такое? Да ладно, блин, да я не хотел подглядывать, Сергей. Блин, сори, блин, какой же я гребаный извращенец. Знаете, по-моему, есть такой даже жанр в порно подглядывающие. Фу, ну там, где девушки писают, а всякие Джейсоны, сука, наблюдают. Так, и у меня все плохо, ребят, на самом деле, потому что, видите,
У нас кое-кто скрывается! Ах ты грязная, грязная сучка! Что ж ты от дяди Джейсона-то ушла? Да, блин! Вот, не знаю, ребят, что за баг, в общем... Так. Вот, вот сейчас сработало. То есть я пытаюсь нажать на кнопку, а она серой становится. Господи, я это... They deserve to die, Jason. Make them suffer. Я это ж представил, и мне нехорошо стало. Это знаете, когда жрешь какие-нибудь большие гамбургеры или сэндвичи, и ты открываешь рот, и... И не туда, ни сюда, как будто челюсть заклинила. Или у меня у одного такая проблема. Блин, черт, опять старею, опять, сука, старею, вечно старею, сука. Как же надоело это, а? Как ЛСП. Всего лишь тело, которое болит. Вот серьезно, мы бы были чуть-чуть бы хотя бы получше, что ли. Так, короче, все разбрелись по своим местам. То есть чпоки-чпоки, видимо, какие-то сейчас пойдут. А, нам надо закончить вот с этим маленьким братишкой. С Басковым. Ну, Басков, как у тебя делишки? Так, он что-то там стоит. Во, видите, он ходит. Не стоит все-таки. Опять же сортир. Да ладно, вы что, все... Блин, они, наверное, хотели встретиться в сортире, ребят. Твою ж дивизию, а я им помешал. Так, что надо сделать? Короче, с ним надо как-то утопить в туалете. Вот чего. Надо каким-то, блин, макаром его утопить в туалете. То есть надо понаблюдать, кто хочет писать, какать, я не знаю, хоть что-то делать. Идем дальше. Надеюсь, этот не спалил. Но уже 5 минут играем, офигеть. Так, теперь что у нас здесь? Замена плунжера. Багзи убить. Аджи уже не сможем. 3 черепа, может, сможем получить. И об холодильник еще. Конечно, первое, вот первый раз мы, конечно... Так, 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 тихо. Она почему-то закричала. Блин, мне это не нравится. Сейчас, знаете, кто-нибудь придет на помощь или... Вот, видите, она какой-то херней занимается. То есть вроде undetected, то есть нас не спалили, но... Но они куда-то разбегаются. Неужели они все, блин, убегают? Они не могли меня спалить. Тихо. Нет, она вроде как идет спокойно. Единственное, она может в туалете увидеть труп. Ай, блин. Хотя я не в туалете же убивал. Блин, что с моей памятью? Что с моей памятью уже не так? Так, аккуратно идем. Прямо у всех, знаете, приспичило что-то по сортирам ходить. Что такое? У всех заболели животики? Кто-то что-то подмешал вам там в коктейльчике? Так, тихо. Аккуратненько. Потому что, видите, у меня... Да, она идет в сортир местный. Или нет? Нет, она какую-то эту штуку идет на стрельбище, типа стрельбище. Ну, знаете, окольными такими путями, типа, чтоб не увидели, попудрить носик, все дела. А на деле вот такая вот херня. Опа! Так. Опа, 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 опачки! Ах!
Аж кольнуло мне. They deserve to die, Jason. Make them suffer. Так, ну ладно, мы с вами зато нашли скрытое убийство. Это замечательно. Это хорошо. Для нас. Так, но время, как вы видите, идет, и это очень-очень плохо. Нам также надо утопить кого-то в сортире, потом убить об зеркало. Ну, в принципе, Аджей мы быстро с ней там. Так, вот, тихо. Следующий дом. Так, в этом доме кто-то у нас есть. Как мы видим. Аккуратненько. Две минуты, видите, остается две минуты. Где? Господи, я аж испугался, сука! Гребаный ублюдок! Так, тихо. Где наш Басков? Дядя Басков, вы где? Не вижу. Вот, кстати, сортиры, ребят. Так, понятненько. Понятненько все. Давайте, знаете как, сделаем тогда. Не, ну мы, в принципе, сделали. Но лучше, конечно, рестартить. Да, видите, они до сих пор играют. В общем, тут ничего такого плохого нету. Об холодильник, да? В общем, за ними надо, короче, всеми следить. Негр что-то там подобрал, что-то украл. Давайте, ребята, рестартим уровень, потому что, ну, мы, в принципе, кое-что... Ну что ж, друзья, дубль... Седьмой. Седьмой дубль. В общем, я понял, как здесь надо действовать, ребята. То есть, видите, я уже прошел, но, блин, очень-очень хреново. Поэтому я покажу вам... Как же правильно здесь действовать? Вот. Так что вперед. Вперед, ребята. В общем, все начинается с того, что Багзи просят пива. Бир-бир. В общем, за одну катку здесь действительно можно все сделать. Можно. Можно, ребята, сделать. Так, все, Багзи пошел. Он, по-моему... Ага, понятно, он другим путем пошел. Здесь, по идее, есть два пути, но он выбрал все-таки вот этот. Такой, знаете, что-то стоит тупик, к сожалению. Но этот мап очень-очень быстро бегает, вы сейчас офигеете. Смотрите, раз-раз-раз. Вот почему негры такие, блин, быстрые, просто капец. Просто жесть, какие быстрые. Ну... Слегка неумные, конечно, бывает. Ну, деревья, черт возьми, кусты. Старый враг, вот мой тоже. Я помню, один раз бежал, прям, блин, кусты мне по голове. Ну, блин, что, с вами так же не бывало? Ну, ёб твою мать, ты серьезно, братан? Братан, ты мне портишь картину, эй! Сука. Беги, сука, Форест, беги! Эй, блин. Дубль 8. Дубль 8. я уже не могу. Давай, надеемся, что Багзи сейчас побежит по другому пути. Вот, если он побежит сейчас через главную дверь, это решит все проблемы. Но нам надо быть очень-очень быстрыми. Сейчас.
сейчас он хорошо прорыгался, молодец. Я всегда хотел такую, способность. Я не умею рыгать почему-то по своему усмотрению. К сожалению, нет. Мавпа пошел совсем по-другому опять пути. Ну хорошо, он очень быстро пошел, поэтому... Пожалуйста, Господь, веди его ноги правильно. Не знаю, как сказать. Все, он быстро побежал. Красавец, атлет. Молодец-то как. Ой, ты, пробежал-то как быстро, посмотрите. Черт, он сделал это, он справился. Красавец. Так, и все, вот сейчас мы быстро с вами, очень-очень быстренько идем, в принципе, здесь можно без способности, то есть, конечно, немного пошумим, Вот, он спрашивает, где пивко? Все, вот сейчас мы с вами подходим и... Все, есть! Вот, теперь надо быстренько, просто пипец, как быстро, ребята, к сортиру перемещаться. Hunt them down and make them pay. Убиваем. Давай. Готово. Есть. Но нам сюда еще придется возвращаться, на самом деле. Так, и теперь, так, аккуратненько, ребят, сюда перемещаемся. И смотрим. Потому что сейчас кое-кто побежит к этому домику. Тоже, типа, за пивком, потому что он не увидит своего друга. Во! Уже бежит засранец. А, смотрите, какой быстрый. Тихо, аккуратно. Но, смотрите, в чем прикол. Он, во-первых, спалит его, а во-вторых... А где он, кстати? Эй, братан, ты где? Сука, почему вы портите мне всю малину? Ну, капец. В общем, он должен сейчас был быстро сюда прибежать. Мы его должны стукнуть об холодильник, но смотрите, в чем проблемка. Нам надо сейчас еще успеть быстро, очень быстро к сортиру, потому что Чет, он тоже как бы не спит. Но, Сука. Ладно, хорошо, пусть. Я сюда тогда. Ребята, раз вы там долго... Вот видите, Чет уже тут, понимаете? Вон он где. Тихо, мой маленький, и тут его... Странно, его почему-то нельзя было... Утопить. Ну ладно, в принципе, у нас есть еще дом. Что происходит, непонятно. Ладно. They deserve to die. Make them suffer like... Бля, ну это... Дубль... О, господи, у меня мизинец еще не сгибается, оказывается. Короче, дубль девятый, ребята, пожалуйста, поставьте лайкосик, умоляю вас. Выпрашивают лайкосики, ваш маленький браток, потому что я уже не могу, серьезно, я уже не могу. Конечно, можно было пройти быстро, но я хочу вот за один раз все быстренько так, но... Короче, стараюсь, ты, братку. Бир, да, давай. Как же много раз я это слышал. Бир. О, господи. Пусть священные ножки черные, багзевские,
прямо ведут. И Кенни тоже прямо бежит. Умоляю, все. То есть, видите, каждый раз, оказывается, надо еще и молиться, чтобы отлично все было. В этой пятнице 13, ну ладно. Так, все, сейчас Маффа побежал, красавец. Красавец, очень быстрый атлет, пожалуйста, не только... Молодец, вообще, знаете, вот так вот, красава, все. Теперь быстренько за ним. Что это был за звук интересный? Какой-то. Так. Все, он зашел, да? Все, молодец. Красавец. Так, давай, братишка. Главное быстренько тут все делать. Где же пиво? Вот тут. Тык. Готово, есть. Мы с вами это сделали. Быстро перемещаемся. That's my special boy. Chad? Is that you? Да, это я, Чед. Да. К сожалению, чуть-чуть опоздали, видите? Главный герой почему-то как-то нарушают, так сказать, свои традиции. Почему-то то туда, то сюда. Сейчас самое важное Кенни. Надеюсь, он... Господи, пусть он очень быстро бежит. Он должен очень быстро бежать. Вон, по-моему, уже бежит, да? Но он же бежит, да? Чед, кстати, тоже уже выдвигается потихонечку. Возможно, кстати, он другим путем побежал. А может быть и нет. Не, все-таки этим. Хорошо. Пожалуйста. О, господи, молодец. Молодец-то какой, а. Красавец просто. Не, это Кенни. Все, это Кенни. Быстренько следуем за ним. Аккуратненько. И берем его. И вот смотрите, вот тут холодильничек. Фу. Так, следующая способность, потому что нам быстро надо к сортиру. Как вы видите, у сортира уже... Да, наш маленький Чед. Он палит. К сожалению. Сейчас мы быстро включаем. Все, берем! О, давай сюда! Я не понял даже, что произошло. Короче, сделали. Теперь нам остается только еще одно. Так, сюда вот. Какой-то звук, блин, происходит. Пинь! А, мне на почту приходят письма. Я и думаю, что это за пинь-пинь. В общем, уложились. Смотрите, мы быстро вообще укладываемся. Так, теперь надо тут просто побродить. Сейчас... Оп, она кричит. Она молодец. Крикнула. 4:30, 2:33. Должны успеть, по идее, должны успеть. Все, она побежала очень быстренько. Давай. Господи, ты хоть не запутайся. Нет, я не хочу еще раз перепроходить это. Пожалуйста, умоляю, мне не надо больше дублей. Я прошу. Эту игру, этих создателей, этого бога. Видите, я уже совсем уже рехнулся, но... Потихонечку играем. Так, аккуратно. Давай, пожалуйста. Моя маленькая, давай, беги туда на место. Я тебя расстреляю, и все будет отлично. Будет все замечательно. Ты жизнь. Давай. Молодец. Давай. Все,
Включаем наш режим, она быстренько идет к мишеням. Не знаю, что она решила вдруг убежать именно к этому месту. Типа, да, почему бы и нет, почему не побыть мишенью? Она услышала главное, что такое чувство, что Джейсон. И каждый раз, удивляется она. Так. Я каждый раз поражаюсь. Все, осталось последнее. Все, побежали. Осталось последнее. Ныгрш. Вот, она здесь у нас находится. И она, по идее, сейчас... А, нет, смотрите, она не в туалете. И вот я думаю, ждать, не ждать ее? По идее, надо бы подождать. Как увлекательно в одного играть. Странно, что она, знаете, не подсматривает картишки, потому что на ее месте, мне кажется, любой бы подсмотрел. Все, она пошла, ребят, это знак. Отлично, великолепно, мы с вами идем за этой черной задницей. Она идет в туалет. И сейчас мы ее будем использовать как вантус. Да, вот. Не самая лучшая смерть. They deserve to die, Jason. Неблагородная. Ну, в общем, как вы видите, мы с вами выполнили вообще все в этой миссии. Я рад, я счастлив. Наконец-то мы с вами прошли. По-моему, я даже ни разу так еще не проходил. Find them. Меню. То есть мы с вами вообще отлично поработали. Так, это уже следующий побег. Погодите, я хоть один раз-то проходил. Только первую миссию. И то переигрывал. В общем, спасибо огромное, ребята, за просмотр и за мои старания. Надеюсь, вы поставите лайкосик. А на этом все. Бай-бай, дорогие друзья.